Сервис, детейлинг, премиальное обслуживание, да, оснащение, да, правильно. Это не просто X7M, это европейский автомобиль максимальной комплектации, M60i с топовым двигателем, в полнейшем, самом-самом жирном, все, что есть в комплектации данного автомобиля представлено. Внимание, друзья, начинаем презентацию. Поехали. Сама брутальность. С каждым годом BMW и вообще весь автопром, он меняется. И насколько дизайн становится космическим. Вначале, как мы видим картинки, мы где-то... Сомнения у нас, да, вот как с Гелендвагеном. Я был тоже в Женеве на выставке, и одни из первых Гелендваген еще в 2018 году. Все говорили, что это за панда, там, фары у нее и так далее, да, разные. Сейчас уже дизайнеры дилерские экспериментируют очень сильно. Здесь представлен автомобиль с уникальным решением, где уже головной цвет перешел в бампер. Да. Теперь ходовой огонь переходит за место основной фары. Ноздри, как обычно, который тоже спорный вопрос был, и многие BMW-шники помнят о том, что ноздри у них с каждым разом все растут, становится больше и больше, но тем самым придает брутальность. Классический черный цвет, как говорит Генри Форд, автомобиль бывает одного цвета, да, это только черный, который бросается в глазах. Крутейшие диски 22-е с новым дизайном. Кстати, обратите внимание, здесь обновлен значок BMW. Это абсолютно новая фишка BMW. Здесь уже идет основной логотип, он уходит вовнутрь, и уже идет эстетика совсем другая, но цветовая гамма осталась та же. M-овские зеркала карбон. BMW это любит. M-Performance, тормозная система. Здесь сочетание идет черный с коричневым цветом. Автомобиль в максимальной комплектации. Здесь идет и музыка самая топовая, Клав Вилкинс, потом вы посмотрите все вживую. Проверенная 4.4 V8 530 лошадей, это самая топовая модель.